Господи, 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 Господ
мудрости и правды, наставите мудрости Твоя, всегда Славна вы, церковь моя, мать!
так, вот идите жительствует, радующим вас радования, сам же духолюбчий Владыку признан грешным, Господь битвы я, но не праздничный честной храма, Сата Благоведа мне Александра Невского, образы святейшей Твоей церкви, сели самого телеса нашу, и живу храм Твой, всех вами, апостолом Павлом, миновайте сподобности, и утверди до скончания века непоколебимо, и прославим Тебе, и сподоби нас, нем, хвалы и славослови безозорно, принесите славе Твоей, неродному Твоему Сыну, Господу нашему, Иисусу Христу, и Святому Твоему Духу, в разном и всяком чувстве, поклоняемся Тебе во страсти Твоем, в ужасшей широте достигаем показаться, и благоприятие Твоей власти быть и мы вам всем, о нас и всех людях Твоих, неизвеченно Твоему благотрову приносим им, молитвы пречистые Владычицы нашей Богородицы и Преснотеве Марии, яко святости Божий наш и на святых почивающих, Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. И Духом Твоему, головы ваши, Господи, преклоните. Господь силу прибоялся, и возле вселенной я же не подвижется, потом Христос.
Христов, Твоя Творя, Твоих от Иисти, воздвигошь на Господи, на воздвигошь на глазы Своя, Твоя внутренняя сотрения Света, Солнце, ноги, дивные высоты морские, дивные слуги Господь, сведение Твоя, помешивши с зело, дома Твоя подавайся на них, Господи, добрый путь не. Господу помолимся, Господи, печки зажарить. Труждающихся, боющихся, предстоящих.
стоящих ко мне, пожидающих от Тебя великие и богатые милости. В стране и в мире, живущих в ней, Господу, помолимся.
Православную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и ты живот наш Христу Богу предади. Yeah.
Аксиос, аксиос, аксиос.